Для того, чтобы увеличить подвижность голеностопа, мы будем использовать этот тест как упражнение. То есть я встану в положение колено-стопа, и важным условием выполнения упражнения, чтобы моя пятка не отрывалась. Я начну мягко тянуться коленом вперед, и каждый раз я буду пытаться увеличить хотя бы миллиметр в амплитуде движения. Буду выполнять в большом количестве, начиная от 20 повторений вплоть до 50 повторений. Также мы можем дополнительно модифицировать это движение следующим образом. Если я встану к вам лицом, я могу посмотреть, насколько у меня туго идет положение внутрь, посередине и к наружу. И работать больше в амплитудах, где моя подвижность значительно ниже. Как правило, это направление вперед и наружу. При этом помним, что пятка не отрывается от пола.